Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Siemens. Модель CF62, телефон 2004 года выпуска. В телефоне есть внешний дисплей, разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу разъем под зарядку, здесь у нас ничего, здесь у нас не шнурка, тут у нас ничего, сзади у нас ничего. Под крышкой у нас находится свод под сим-карту. Телефон поддерживает одну карточку стандартного образца. Подключаем телефон на лабораторный блок питания. Минус сюда, плюс сюда. Ну все, телефон я подсоединил. Включаем. Вот, ребят, посмотрите, он даже полностью рабочий. Сейчас он мелодию заиграет. Так, вот, телефончик вот загружается. Так, подтвердить включение. Окей. Так, выходим отсюда. Так, и сейчас меню загрузится. Заходим туда. Первая у нас адресная книжка. Посмотреть записи, новая запись, визитная карточка, группы, справ по УМО. Выходим. Список вызовов. Неответные вызовы, принятые вызовы, набранные номера, удалить списки, время, стоимость. Выходим. Интернет-игры, домашняя страница, закладки, интернет, игры и другое. Выходим. Будильник 21.45, время показывает. Сообщение. Новое СМС, новое ММС, входящие, черновик, не отправленные, отправлено, архив СМС, текст модулей, настройка. Выходим. Мелодия звонка. Звонок включен. Вибросигнализация. Громкость. Мелодия для вызовов. Мелодия для групп. Мелодия для другого вызова. Сигналы. Сигнал СМС, ММС. Другие сигналы. Выходим. Еще КС послуги. Органайзер. Калькулятор. Конвертер валют. Секундомер. Таймер, голосовая команда, камера. Ну, камера это вот такая вот штука вот на этих Siemens'ах была, которую подключаешь на зарядку. Свои файлы, рисунки, звуки, цветовая схема, входящие данные. Выходим. Настройки, профили, индикация, динамический свет, настройка соединений, часы, обмен данными, безопасность, сеть. Аксессуары. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Siemens CF62. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии. Ну и все, всем пока-пока, до новых видео и обзоров.